Ты дожаривай, чтобы мы сырые не кушали. Хочется, ты делай, если не хочется, не делай, понимаешь? Это твоя голова, твои волосы. Не хочешь, не делай. Да, я хочу. Точно? Да. Что сказали твои друзья? Они вот так тебя трогали? Да. В глаз что-то попало? Девчонки с утра завтрак готовят. Доброе утро. А ты панкейки хочешь? А можно какао? Или блины? Какао? Нет, они какие-то странные. Да. Покрасить хотят. Это зеленые. Нет, они голубые. А, ты фиолетовый добавила, поэтому не красиво сейчас. Жарятся наши голубенькие, бирюзовые даже. What the heck? Давай, давай, не таскивай. Протирай, чтобы она не капнулась. Так, сие. Не сладкие хоть? Да. Давай, давай, быстрей, быстрей. Макси. Командирус. Ну, ничего, все получается. Ну, да. Получается, бирюзовые такие. Да, потом они жарятся. Ну, короче, в общем, когда ты будешь кушать, ты будешь раскрывать их, они внутри будут все равно бирюзовые. Не, ну цвет, конечно, получился просто обалденный. Цвет такой морской. Цвет морской волны. Поджариваются. Первые они всегда такие получаются светленькие, да? Да. Но с другой стороны они красивенькие. Да. Ты дожаривай, чтобы мы сырые не кушали. Да. Я хочу Макса подстричь, но видите, как он уже оброс. Это чтобы тебе не чесалось. Нам завтра мы подстриглись. Так вот получилось. Не идеально, конечно, но. А Бонни уже дали попробовать? Нет. Так, у нас здесь что? У нас здесь шоколадный Несквик. Это сироп. Шоколадный сироп. Для молока или? Угу. Я ничего не понимаю, что ты говоришь. У тебя рот полный. Буду сейчас я готовить пиццу, потому что ничего не успеваю. Я сейчас делала уборку. Наверное, часа 2-3 убирала. Заодно снимала уборку в ТикТок. И столько времени у меня ушло, что у меня все голодные. Поэтому я буду пиццу делать быстренько. 1-2-3 и будет готово. Макс, что случилось? Такая вот салями, но она у нас индюшки, по-моему. Может быть, с сосисками? Сосиски может порезать? В общем, я половина пиццы сделаю с сосисками, половина с салями. Так, все, вот так вот я разложила. Теперь я натерла сыр моцарелла. И вот так вот. Мои любят. Много сыра, много сосисок, много сыра. Вот. Так вот сейчас это все засыпем. Все, теперь в духовку. Все, Боня, убираем, да, пиццу? В духовочку. Раз и два. И все. Ждем 20 минут. Точно решила? Не, не точно. Маргарита, в общем, спросила у подписчиков.
Нет. Ты в курсе, что 64% против? Видишь, 433 нет и 241. Но это твое решение. Это твое решение, как бы, это твое личное дело. Если тебе хочется, ты делай, если не хочется, не делай. Понимаешь, это твоя голова, твои волосы. Поэтому они же все равно потом мне, конечно, бы это не разрешили бы делать. Мне не разрешали не красить ничего. Я первый раз волосы покрасила, наверное, в лет 14-15. Вот так вот, наверное, где-то первый раз покрасила. Вот, стричь мне не разрешали. Но если ты хочешь попробовать, как бы это волосы, они отрастут, и ты всегда сможешь, как бы... Тем более это затылок. Мне не нравится, когда вот это вот делают. У меня вот, одна вот из здесь, нашего класса здесь. У Маргариты есть в классе одноклассница. У нее виски сбриты. Одно, с одной стороны, да? Да, все так точно. Да, дело в том, что когда это отрастает, это нужно все время стричь. Потому что если она отрастает, она будет вот так торчать, как не знаю что. У тебя... На затылке, в принципе, если тебе это надоест, если там... Оно потом может до сюда восстановить? Конечно, просто когда оно отрастет, твои вот эти волосы, ты просто будешь равнять, и она будет расти, и она сравняется. Ты красилась в розовый цвет, смотри, у тебя сейчас нет вообще розового цвета, у тебя все стерлось, у тебя... Если в школе вам ничего не скажут, в принципе, я считаю, что ты волосы распустишь. Никто и не узнает. Да, ты волосы распустишь, ничего не видно. Если ты захочешь, чтобы у тебя было видно вот это твое все... Сбритая, ты сделала себе там хвостик, ты сделала себе дульку-гульку и пошла. Дульку-гульку. Да, но если когда сбривают виски, это, конечно, ты ничем не спрячешь, ничего не сделаешь. Это как бы... Виски я бы тебе не разрешила. Поэтому решилась, нет? Вот такой пучок. Я сейчас ее сравняю, ровненько сделаю. Совсем мало, видите? Совсем чуть-чуть. Я не делаю вот такой большой. Маленький. Немножко неровно, сейчас сравняю. Вот так вот, чтобы всем видно было. Не хочешь, не делай. Да, я хочу. Точно? Да. Я боюсь просто. Режу. Что, у тебя истерика? Че, продолжаем? Ну, уже пути назад нет, поэтому... Можно мне это? Оставить? Да. Можно. Резиночку надо завязать. У тебя какие-то точки красные на затылке. Хочешь посмотреть? Да. Готова? Да. Тебе сделать фотку? Да. На. Закрой глаза. Ты жалеешь? Нет. Точно? Ну да. Точно не жалеешь? Ну да. Че, да? Я не жалею. Не жалеешь? А-а. Ну, у тебя светленькие волосики, поэтому... Почему у тебя... у меня вот эти вот рядом? У тебя какие-то точки, я не знаю, либо это у тебя... По-моему, у тебя такое с рождения, насколько я помню. Да, потому что ты когда родилась, у тебя были вот эти вот красные. Ну, теперь распусти волосы, и не будет видно. Если тебе надоест, то... Можешь спокойно распустить волосы. Ну, расчешись, вон расческа. Вообще не видно. Никто не будет знать даже, пока ты сама не сделаешь хвостик. А у меня волосы жирные, чтобы хвостить? Вообще-то жирноватые волосы. А так не видно, посмотрите, особо даже и незаметно, что отрезали волосы. Посмотрите, все нормально.
На пучок свой убери куда-нибудь. На можно память. Сегодня на улице еще немножко? Можно. Можно? Угу. Я хочу там. Чего? У нас сегодня что, день стрижек, что ли? Да. Колется? Да. Ну, пока привыкнешь. Немножечко чешется. Ну, это нормально, потому что волосочки коротенькие там. Волоски короткие. Как странно выглядит. Я помню, Ксюша так хотела подстричь. Не хочешь теперь? Нет? Уже все не хотела. Что все? Сбрить все? Да. Ты что, с ума сошла? Мари! Ксения! Всякие на это сих хли туда. Кушать, потом гулять. За тобой пришли, что ли? Угу. За мной только никто не приходит. Никто не ходит. Ну, в смысле, это же ваши общие друзья. Вообще-то это твоя одноклассница. Ну. Я говорю, чтобы... Так ты же сама не идешь. Папи! Реакция Каролины. Выпали волосы у Маргариты, видишь? Что за фильм смотрим? А? Это Матильда. Вы уже сколько раз смотрите это кино? Не знаю. Матильда. Как погуляла? Нормально. Что сказали твои друзья? Они вот так тебя трогали? Да. Эль, я все время... Ёжик, ёжик. Нормально? Комфортно? Угу. Не мерзнет? Да. Да? Да. Холодно? Угу. Тут все вылезло немножко. Что делаешь? Кроватку. Давай, 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 давай. Бунь. Бунь, бунь, бунь. Вот сюда. То-то-то-то-то-то-то. Завтра девчонки снимают челлендж 24 часа. Какой? Вот, опять намазала лоб. Да. После этого нужно кремом мазать обязательно, потому что сушит сильно. Не мажешь кремом? Чем? Каким? Простым этим? Моим кремом, там у меня есть крем для лица. Потому что эта маска, она очень сильно сушит кожу. Нужно потом... Смотри, кого она ловит. Муху ловит, Бонни. В общем, девчонки снимают 24 часа. Они поменяются питомцами. Да? В Adopt Me. В Adopt Me? В какой Adopt Me? А, вот этими питомцами. Я думала, вот в Roblox. Нет. Я думала, что за идея, мама. Ксюша, в общем, будет ухаживать за Каролиной, хотела сказать. Ксюша будет ухаживать за Бонни 24 часа, а Маргарита будет ухаживать за Кики. А, понятно. Ну, за ней почти ничего не нужно. Ну, что-нибудь придумаешь как-нибудь, как с ней поиграть, развлечься. Вот, поэтому завтра девчонки будут снимать видео. Влог завтра мы снимать не будем. Влог будем снимать послезавтра. Вот, поэтому... И в пятницу выйдет челлендж. Да? А сейчас мы идем спать. Тихо, осторожно, этот Маши. Хвостик. Давай тебе такой хвостик прицепим вот сюда. Твой хвостик жиденький. Ну вот, с хвостиком. Даже не сильно видно. Вот так, когда у тебя хвостик лежит и незаметно даже. А когда дурку сделаешь, то будет видно. Поверни вот так. Но она быстро у тебя будет отрастать. Маргарита, держи свою собаку. Она мешает. Она в мячик играет. Все, выключаем телефон, ложимся спать. Все, ребят, спокойной ночи. Всем пока. Я буду укладывать этих козявок. Козявки. Как сегодня так же. Давайте.